Томат Патио Блэк. Это Андрей нам присылал F2, то есть уже вырастил, собрал семена, и вот мы их посеяли. У него так загорелость есть, но не такой яркий. И сейчас покажу F1. Тоже Андрей присылал F1, F2. Вот это F2. То есть то, что потом растет после того, как мы купили F1, например, и собрали семена и начинаем растить. Мне нравится, что он очень компактный кустик. По размеру практически две палочки от суши. Сантиметров 35. Ну, такая легкая загорелость. Не на всех даже помидорках. Ну, здесь тенечек. Вот я его выставила на солнышко. Вот такой. Достаточно урожайный. Первый помидорчик наконец-то поспел. Попробуем F2. И сейчас покажу F1. Вот у него загорелось, остается после поспевания небольшая. С носиком. Носатенький. Томатик. Вот такой. На разрезе попробовала. Но он, кислота у него чуть выше, чем, например, у меня были, а те более сладкие. Так, с кислинкой хороший помидор. Может быть, он недостаточно поспел, но казался он кислее, чем хотелось бы. Ну, F1, конечно, вот, красавец стоит. Никак не дождемся спелых помидор, чтобы попробовать. Ну да, он очень яркий, красивый, нарядный. 40, где-то 45 сантиметров рост. Ну, компактный для балкона, конечно, идеально. Вот по вкусу, это кто любит кисленькие томатики. А, тут еще растет. Это малиновый томат. Ой, ну будем пробовать. Его еще не пробовали, он уже треснул вон там.